Гомель стал четвертым областным центром Беларуси, где отбылся республиканский конгресс «Мама-ПРО». И он объединял активные семьи, которые уже стали або только планируют быть батьками, а так само специалисты аховы здоровья у галине материнства и детинства. Какие парады от ведущих медиков Украины отримали гости, доведалася Вероника Ворошилина. Імкнение стать батьками – бодай самый важный отказный крок для любой семьи. У этом питании нема дробязяў, и любая корыстная информация будет заўсёды до места. «Мама-ПРО» – первая в нашей стране пляцовка для открытого двухбокового диалога помеж теперешними и будущими батьками и ведущими специалистами у галине материнства и дзяцінства. У Гомеля конгресс объединял каля 400 слухачоў и закранул самые актуальные темы. Была огучена информация об летнем отпочинку для немаўлят и тяжарных жанчын, принципах правильного харчавання и наибольш важных аспектах при плановании семьи. Одна из сюрретних задач – максимальная информованность будущих батьков. Зараз у распрацовца находится проект по развитию службы планования семьи, накированный на эффективную и безопасную тяжарность и нараджение здорового дитяти. И он так само уключит и разноузроневую систему оказания допомоги бесплодным парам. Женщины, которые планируют беременность, должны тоже позаботиться о своем здоровье. Прийти за 3-4 месяца к доктору для того, чтобы обозначить свои желания и возможности, чтобы врач-участковый терапевт и врач-акушер-гинеколог приняли правильное решение, как подготовить женщину к такой эффективной беременности. Такая же будет разноуровневая система оказания медицинской помощи бесплодным парам при планировании семьи, как и в структуре родовспоможения как такового. Подчас конгрессу «Мама-ПРО» присутные почули каля 20 выступлений от компетентных медицинских специалистов. Особливая увага теме дитячих прищепок. Ти варто их робить, пытание, яким по-ранейшему задаются многие батьки. Подчас диалогу прогучало, дякуючи захованию национального календара прищепок, у Беларуси удалось справиться с многими серьезными захворываниями, такими как дифтерия и полиомиелит, на которые сегодня хворают дети в краинах-суседках. Вакцин очень много, они все разные. И, конечно, есть какие-то свои особенности. Но надо понимать, что никакой перегрузки иммунной системы вакцины не производят. Я посоветовала бы соблюдать национальный календарь нашей страны. Все делать своевременно, и ваш ребенок будет защищен от основных, но особо опасных инфекций. После каждого конгресса «Мама-ПРО» организаторы старанно анализуют пожелания теперешних и будущих батьков и дополняют дискуссийную программу новыми актуальными обмеркованиями. Бо только конструктивный диалог позволит дать отказы на все хвалюющие питания, как пройти шлях нарождения дитяти максимально правильно и безопасно. С каждым конгрессом мам становится все больше, потому что мамы передают друг другу о том, что это здорово, это очень классное мероприятие. Мы уверены, что у этого проекта большое будущее, потому что самое главное – он нужен и нам, докторам, и пациентам. А что может быть лучше, если мы видим отклик? Треба означить, с каждым черговым конгрессом «Мама-ПРО» повеличивается колькость удельников с лику моцной половы человечества. Сюда приходят мужчины, которые выступают за ровность у размеркования обовязков по догляде за дитяти. И это дает подставу для организации тематичного мероприемства «Тата-ПРО», которое планируется запустить у Минску у початку осени. Вероника Ворошилина, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».